Welcome back to Fight Club TV. Вы знаете, я надеюсь, что Ислам останется на долгое время чемпионом, но вес такой, что конкуренты там есть всегда. Вот. Слава богу, да, что Ислам победил быстро, и сложилось впечатление, что быстро, и, ну, без особых напрягов чемпиона, действующего чемпиона, но... Но-но-но. Нужно быть аккуратным, нужно понимать, что тебе постоянно дышат в спину, вот, и может случиться что угодно. Вес такой очень динамичный, очень опасный. Comment below and don't forget to leave a like and subscribe for more fight news. But until next time.